Территория будет расчищена в конце этой недели. Детям здесь уже не место. Я должен ее закончить. Если вам очень хочется в прошлое... Ой, прости, я испортил твою колымагу. Это машина времени, дурак. Значит, у вас большие проблемы с настоящим. Эй, ты чего? Почему они нас выгоняют? Они нас не понимают и от этого боятся. Но когда вы их решите, в награду получите... будущее. 88 миль в час! Ура! Путешественник во времени. 19 апреля в 22:00 в рубрике «Шот дня». Шот ТВ удивляет.